Я тебя вижу, малыш. Просто зайка ты моя, блядь. Блядь, просто подойди к Михалу, возьми у него телефон и позвони. Ну серьезно, блядь, уже надоело тут сидеть. Что, а если ты ее вызовешь сюда, я сделаю то, что там хотел, охренеть. Что они делают мясо? Они такой тушеный. Молодцы. И баллы пошел. Слышал? Басовский в захвате удары не считают. Ну. Почему они фронты не бьют? Лучше по голени. Это как в снежки играют. Еще! Устройте зверь! Стоять! Надо не трогать эту кашку. Я взял твою булку. Опа, упали. Устали. Захотели отдохнуть. Подыграть. Еще в таблину кидать. Ноги не бей, ноги. Молодцы, пацаны. На натуре четко. Четко. Могете. Ой, фантик. О, колено бы въебало. Видел, как он колено въебал? Да, он специально, он умеет, понимаешь? Коленка колет. Это был как бы кит. Такой мёрзый. Лево ручка, дёрни левой рукой, право сторону. Они так по голеням бьют. Я просто... Ничего себе умеешь ты. Красный. Что-то в натуре красный. Сразу штемп не найдешь. До третьего раунда. Я хочу три раунда. Закручивай под самую ножку его. Ничего себе ты имеешь. А если бы он на боль затянул? А я взял твою бру. Умеешь, молодец. Точнее 20. Чуть-чуть там ножку надо было больше мгновения делать.